доброго здоровья. Иногда мне хочется вместо обычного умывания сделать такую процедуру, которая бодрит лучше любого там какого-то бодрячего напитка. Это окунуться в купель. И вот сегодня, 2 ноября, такая потребность у меня возникла. Главное — окунуться очень быстро. И я решил все это дело исполнить. То есть не часто это бывает, ну так, допустим, раз в 3-5 дней. Летом это было чаще, сейчас нет. Вода в бассейне, так как помещение не отапливается, где-то градусов, наверное, 5 бодрит. Очень и очень хорошо. Заранее извиняюсь за то, что я голышом нырнул. Ну, это домашние, так сказать, вещи. Что тут буду специально что-то делать? Вот, отлично, отлично. Водица где-то градусов 5, а то еще меньше.